Агабек! Агабек идет! Агабек! Входите! Скорее расставляй шахматы! Хорошо, отец, хорошо. Я пойду его встречать, а ты свежий чай заваривай. Ага. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум, хозяин. Салам алейкум. Рад вас видеть в добром здравии, хозяин. А вот и Агабек. Знаю я таких. В прошлом, наверное, из судейских. На всех смотреть так, будто в каждом видит преступника. Бедняга. Какие у него алчные глаза. Здравствуйте. Прошу. Прошу, пожалуйста. Прошу. Давай. Хозяин, ваш челим. Первый ход мой. Но второй-то мой. Что? Я? Что ты сказал? Разве я что-нибудь сказал? Нет, он закашлялся. Ну, ходи. Твой король в пасти у моего ферзя. На острых зубах. А я теперь вот так. Ну, чего ждешь? Ходи. Со мной тягаться? Не хочешь, а? Ну, тогда я пойду. И это моя. Сдавайся, несчастный чайханщик. Жаль, что мы не играли на деньги. Сегодня бы ты остался без чайханы. А я вот не прочь закончить эту игру на деньги. Ну какой же дурак! Поставит на белых хоть одну таньгу. На белых я поставлю 250 таньга. Это все, что у меня есть. Вот здесь 750 таньга. Но сейчас будет 1000. Так ходить нельзя. Это тебе, оборванцу, нельзя, а мне можно. Ходи. Конь так не ходит. Это же арабский скакун. Что? Да. Хоть ты и был судьей, но я тоже законы знаю. Ходи. Ходи, ходи. Мне не терпится сыпать твои монеты в мой кошелек. А чем ты расплатишься со мной? За чай, за ночлег, ходи, ходи. За корм и шаку? А? Отдам халат. Не надо. На, все равно это уже мои деньги. Ты слишком спешишь, почтенный. Недостойно проявлять щедрость за чужой счет. Ходи. За чужой счет? Я научу тебя почтительности, бродяга. Ходи. Шах. Вот напугал. Ты думаешь, я ослеп? Здесь на страже стоит моя башня. Уйдешь отсюда без штанов, голодранец. Мат. А ну-ка попробуй сдвинуть своего короля. Чайханчик, да? Надо пустить ему кровь, а то как бы он не осиротил нас.
пусть сожрет тебя. Самый смрадный из дьяволов, ты выиграл у меня колдовством и обманом. Убирайся! Успокойся, Агапет, успокойся.